Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Эй, бездельники, вы на канале Бездельник, и мы продолжаем играть в Айзека. Кто не видел предыдущую серию, в правом верхнем углу экрана она выскакивает прямо сейчас. И там мы душились, проходили солнечную систему челлендж. Получилось не с первого раза, и кажется, даже не со второго, не с третьего. Ай, да ладно, переходите, смотрите, там... Будет интересно. Будет интересно, даже первый забег, первую попытку советую посмотреть. Мы анлокнули еще серию назад Иуду, поэтому давайте сыграем на нем. Мы начали уже собирать негатив, но пока мы еще не... Блять, Роситель. Предмет клевый, но у нас Белиал интереснее. Комнату шипами зайти не можем, потому что одно сердце больше потеряем. Точнее, потеряем все абсолютно, если туда зайдем. Потому что не выйдем и помрем. А, да, что я говорил? Да, что мы начали собирать негатив, но у нас до сих пор еще не убито 10 раз сердце. Сердце матери. Тут кто-то жаловался, что, мол, долго тебе еще Айзека играть. Ну, конечно, долго, а что, мы куда-то торопимся? Я вот лично никуда не тороплюсь, я поэтому не знаю, куда вы торопитесь. Больше контента, это же даже лучше. А, и что еще? Да, записываю третью серию подряд. После первой катки за Айзека я думал, блядь, ну такое, короче, я уже, наверное, записывать не буду. Но записал и челлендж на спокойно, ну... На беспокойном. И немножко сейчас проперделся, пропукался, отдохнул. Совсем чуть-чуть. Подумал, почему бы не записать еще серийку, да? Поэтому, ребят, кто писал комменты, они хоть и выскочили, но я еще их сам не видел. Если кто-то подсказывал по какой-то там ситуации. К сожалению, бомб нету. Синим сердцем жертвовать, чтобы пойти к этому... чтобы зайти в проклятую комнату, в шипастую не будем. Хочу подвинуть сюда, думаю, может. Суперсекретка будет. Че, достаточно? К сожалению, нет. Наверное, сверху. Ну и хуй бы с ней. Давай, все, прыгаем. Мы с вами также научились еще копать, находить через текстурки, через анимашки подвалы. Побывали с вами в... Не в она, в черном рынке. Наш палец любимый, он нам еще самый первый ран завез. Ссылка в описании под роликом на полный плейлист контента по Айзеку. Поэтому переходите, смотрите. Там много чего интересного. Он будет пополняться. Я вам вижу, Айзек нравится. Я от него вообще тащусь. Если бы я знал, что как бы, ну вот так все сложится, что Айзек на таком хайпе, что все ему нравится, все в восторге от него, я бы уже давным-давно снимал. Потому что у меня уже история с Айзеком давно складывается. Еще с выхода первой части. Бомбу, дайте нам бомбу. Потому что сейчас еще где-нибудь зараза будет синий камень. Как назло. Так, фингер. Фингер in my ass. Наносит урон на расстоянии в указанную им сторону. При касании, по-моему, не наносит урона. Так, мешочек. Бомба и... Ой, а что он делает? Меняет, да? Это рерол, типа D6. Секретка или... Давайте секретку. Нет секретки, ладно, надо был сундук, значит. Ну хуй бы с ним. Да, значит, урон при касании, да, не наносит. Но вот на расстоянии то, что он это делает, это прикол. Хоть он небольшой, ни от каких модификаторов, кажется, не зависит. Но это приятно, особенно на первом этажах. Иуда сам по себе очень приятный. Могли уж заметить, что у него под пятерик урона. Проблемы у него со здоровьем. Книга Белиала у него есть, которая в процентах увеличивает урон. В каком именно проценте, я не помню. Так. Короче, герой реально крутой. В то время он мне даже нравился больше, чем Каин, хоть Каин более сбалансированный, более удачливый, но вот этот урон на начальных этапах меня почему-то соблазнял больше. Вот такой я соблазнительный на это все.
Хорошо, давайте пойдем все-таки взорвем камни у сундука. Проверим сундук. И если что, зайдем в магазин. Если нам повезет поймать ключ. Ключ поймать нам не удалось, но мы вернули бомбу и забрали монеты. 7 монет там было. Очень приятно. Двигаемся к боссу, юзаем Белиал. Сделки с дьяволом давайте игнорировать. Давайте играть через ангела. Да, вот умножается там что-то на 2. Может быть, да, не в процентах, а просто на 2. Даже не идет. Ой, так аккуратно надо быть. Потому что с наведением выстрелы у пиздюка были. Ой, чуть не поймал. Вау-вау-вау-вау, гормоны роста. Плюс синяя, плюс священная. Кайф. Вообще ничего не хочу менять. Хочу просто брать и кайфовать. Двигаемся дальше. Камень у нас пока тоже цел. Какую-нибудь херню ты махнем. Ай-яй-яй-яй-яй. Ключа у нас нету. Угу. Проклятую комнату тоже заходить не будем. Нам здоровье важнее. Будем его подкапливать, пока там около 6 не будет. Скучно. Но если не выпадет нам нигде больше ключика, то придется. То придется и попытать удачу. Ай. Сральника. Хелсдаун. Ну как бы уже такое. Что дали, то забрали. Ну такова судьба, значит. Нам даже 2 ключа надо. Черт. Я про это забыл. Ну тут, скорее всего, да? Секретка. Не хочу только бомбу тратить. Если нет уверенности на 100%. Потому что, смотрите, над нами издеваются. Нету нигде ключей. Надо что-то как-то будет сейчас придумывать. Ну, здесь точно ее не может быть. Вот еще бомба есть. Пойдемте. Пойдемте смотреть здесь секретку. Угу. Блять. Хуйня. Но красных сердец, которые для нас бесполезны. Прям очень много. Лучше бы соул 1-2 выпал. За то время, пока мы здесь двигались. Давайте проверять. Оно же нормально? Суперсекретка сверху. Или неужели тут правда не достало? Так, этот, блядь, мегамен. Мега хуй. Ну, мы быстро с ним расправляемся. Мистер куколка, и у нас. И терза поднялась, и. Комната ангела выпала. К сожалению, мы не можем взорвать. Плюс еще 3 синих сердца, скорострельность и высокий шанс найти Библию в любом месте. Жаль, бомбы нету. Очень жаль. Но уже получается, мы можем дать... Хотя что бы не попадать, мы можем донатить сердца. Пошлите сначала в проклятую зайдем. Уже сердец... Большое количество. Все. Гарантированно. Либо сделка с дьяволом, либо сделка с ангелом. И неважно, получили ли мы урон по красным сердцам или не получили. Но нам... Стоп, не хочу ключ. Не хочу ключ терять. Я, ну, собирался в магазин. В таких случаях я обычно иду туда, потому что, ну, там же еще есть шанс его купить. Не 100% вероятность, что он там будет, но есть. Давайте сразу Белиал активируем, чтобы быстрее двигаться. Все равно сейчас нам не пригодится. Пока еще. До следующего босса. Активируем. 48 часов энергии, ну тем более не пригодится. Ой, блядь, не знаю. Не знаю. Пошлите в магазин все-таки. Ключ есть.
Ключ есть и не очень. Или взять фонарик. Давайте возьмем, ладно. Я просто хотел в донат машину закинуть еще одну. Но будет время, я думаю, еще попадем в магазин. Че у нас тут? О, плюс удача. Повышает шанс выигрыша в игровых автоматах. Увеличивает шанс награды после зачистки комнаты. Изменяет пилюль с плохим эффектом на хороший. Кайф. Вот вам и Каин. А сейчас он не начинает, да, с ножкой? То есть она в нем априори, но это не является предметом, да, на нем? Или все-таки она как предмет идет у него? Да это не помню. О, смотри, мы можем... Да, давайте сейчас взорвем сразу. А, блядь. Бомбу въебал. Мы же не можем взрывать. Мы же... У нас нет еще там ни негатива, ничего, поэтому нам не дают части ключа. Я все к этому, блядь, привыкнуть не могу. Я даже не помню, мы когда в эту, в комнату жертвоприношения донатили, нам давали часть. Я просто знаю, как бы, да. У нас хоть и не открыто, но я знаю, что это, как он работает. Так, все пилюли теперь хаваем. И может быть нам даже как-то получится успеть на... На босс раш. Потому что, ну, вроде по тому, что мы имеем, мы спокойно там все проходим. Тем более букв Белиал там можно будет несколько раз использовать, и он каждый раз будет приумножать наш урон. Power Pill. Pac-Man. Отсылочка на него. Аккуратно. Ну, идем на босса. Тогда сначала разберемся с ним. Раз так сложилось. Ой. Ой, это мы прям так это в аккурат прошли. Блять, дурак. Блять, я не могу, у меня этот фонарик все руинит. Погнали. Так, дальний. Ой, попал, да, блевотник свой. Дальность у нас что, максимальная, что ли? Ну да. Терза. Терза, терза, терза. А, тогда мы спокойно сюда можем заходить. Лапка, 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 лапка. Давайте возьмем просто как часть Гаппи. И вот это возьмем тоже. Все, даже... А, стоп, мы же сейчас можем поменять, да? Вот, на гвоздь. А чё прикольней? На Белиал, смотри, да? Если у вас есть кровь мученика, плюс 2 урона. Не, не, не. Просто гвоздь тоже работает в этом, как его. На босс раша. Ну, из-за того, что мы проходим, получается, волны. И там восстанавливается заряд. Но книга круче. 3 заряда, там сколько? 6 или 8. Маг. Тоже можно оставить на босс раш, если мне будет ничего интереснее. Тоже поможет быстрее нам с этим совсем справиться. И получается, у нас, если есть голова, значит мы 100% попадаем... Попадаем к дьяволу. Ну, либо к ангелу. После сердца. Это значит, что мы заваливаем с вами либо в соборе там кого? Айзека, получается. Или синего ребеночка, кто там? А вот и Библия. Это четки нам помогли. Но Библия нам сама не нужна. Библия лучше, но для книжного червя. Давайте в магазин. Так. Это что? А, это вот как раз Димон-то мне и говорил, что начиная с 4 этажа появляется. Появляется алчность. Как раз на 4 и появилась. Так, хорошо. Мы успеваем. Ну так. На самом деле, поторопиться бы надо. Давайте тут проверим. Нам бы ключи. Нам бы ключики, ключики, ключики.
И полет бы какой-нибудь намутить. По скорости пойдет, хоть и медленно, но не критично. А вот полет бы зарешал. Так, все, нормально. Жалко, гвоздь ничего не дал. Ну, точнее, вместо гвоздя ничего другого не выпало. Такого, что мы можем пассивно забрать. Потому что, что, там еще же выгодно реролить, потому что это комната дьявола, там будут выпадать, соответственно, из того пула предметы. Блять, ну этот ран нормально складывается. О, смотри. Предатель. Предатель и... комок шерсти Гаппи. Хорошо, мы тогда будем знать. Сейчас сразу брать ничего не будем, потому что нам нужно... Experimental pill. Отлично. Так, ну берем Magician, да. Потому что нам надо где-то будет найти сердца. Я бы забрал комок, просто как часть Гаппи. Но, сука, дорогая, за три. За три соула. И предателя бы тоже взял. Но нам нужны сердца. Соула. Так, хорошо, синего здесь нету. А вот и соула пошли. И вот еще вижу камень, кайф. И все это в ускоренном виде, потому что нужно успевать. Да, смотри, что даже не задел, блядь. Ребят, ну, блядь, за такое нужно лайкосик влепить. А то у меня вечно, блядь, с шипами проблемы. Так, здесь нам ничего не надо. Ключ у нас появился, да? Надо сокровищницу возвращаться. Сразу. Да, скорее, чтобы успеть на бусраж. А то мы сильные-сильные, а, блядь, туда не успеем. Хотя надо. Книга. Букворм. Кайф. Есть шанс выстрелить двойными слезами. Еще ключ. Супер. Подаем в магазин. Главное, чтобы не супералочность. Давайте играть с таймером. Потому что тут у нас осталось уже 5 минут только. Тут хуйня. Ну, проверить надо было. Понимаю, что спешим, но проверить надо было. О, берем и то. Открываем. Просто донатим, потому что мы не будем в следующий магазин заходить. Кайф. 30-ку в донатере. Супер, да, мы не будем в следующий заходить, потому что не успеем. Ну, я лично так думаю. Ну, либо там говно будет, а там уже мы не будем донатить. Блять. Комнаты такие паразитные, блять. Нам бы соул еще здесь не терять сейчас, да? Это я вот сейчас сказал, блять, в момент того, когда я получил урон. Жадничаю. Не нужны нам эти монеты. Много синих камней. Пилюля. Хуйня. Так, 4 минуты у нас на босса и на следующий этаж. Блять, босс не супер быстрый. Хотя. Хотя не супер медленный, да? Понятно, увеличивает размер слез. Неплохо, берем. Death List. Это, видимо, какое-то большое количество сделок. И предателя. Блять, здоровья мало. Здоровья мало, надо что-то придумывать. Может быть, гвоздь был все-таки лучшим решением в этом случае? Оп. Оп-оп-оп. Book of Revelations. Он нам дает... синие сердца. Ну нет, нам Белиал нужен. Если мы хотим быстро пусраж выносить. Берил все-таки копится долго. Так. Ну нет, смотри, что он вообще охуенно будет на этом. На бусраше. Спину как раз бить будем. Делай, малыш, приятно. Так, все, мухи. Ой, мухи. Магазин нам не нужен.
Хотя, каким-то образом мы быстро нафармили еще 15 монет. Ну, вот 15. Ну, вы поняли, короче, я думаю, вы все так же мыслите, да? Ставь лайк, если считаешь, что если нашел 11 монет, значит, блядь, где-то недалеко 15. Ера, дублируй все предметы, которые вот здесь. Ага. Вот так вот. Зато не будем двигаться. Ну, просто... Я понимаю, что Ера, заебись, она... Предметы... Бля, я не помню, умножает ли она обычные предметы, те, которые... А вот это косяк, конечно. Ребят, напишите в комментах, умножает ли она предметы... О! Вообще, как дочка в школу. Умножает ли... Ну, предметы, блядь. Активные, пассивные. Айтемы, в общем, да, не расходники. Аккумулятор. Двойной эффект теперь имеет. Супер, берем. А у нас же еще скидка. Еще давай 8. Угу. Супер. Вообще балдиш. Угу. Легко и просто все, да? Давайте выключим. Нам это уже не пригодится. Мы успели. Валим мамочку. Быстро, без смс-регистрации. Хуйня выпала. Брим. Ёб твою мать. Берем, конечно. С маджишеном-то это обязательно, блять. Рентгеновские секретные комнаты. Создают микроперсонажи. А, понял. Бля, все хуйня. Ну давайте вот это возьмем. Так, раз. И два. Ой. Вот на таком главное сейчас не сдохнуть. Давай, выскакивай. Да, вот такие, которые, блядь, прыгают, скачут. Камни мне еще не нравятся, конечно. Все, валятся на изи. Пару кликов, блядь, и готов, конечно же, это Брим. А кто меня задел, блядь? Дайте синие сердца, блядь, плес. Просто парочку киньте куда-нибудь. Ой. Тоже чуть аккуратнее. Угу. Небольшое сосредоточение. Кто здесь? Ага, вот с ним сейчас нужно. Внимательнее, блядь. Еще один. Бримоносер. Так, сколько их еще осталось-то на скидочку так? Что за хуйня? Это же чап? Ай, это не чап, блядь. Хорошо, что я быстро заметил, кто это. Так, паук. А то мне сейчас еще урон нанесет, блядь. Я вас таких метких знаю, сволочей. Так, тени Уды. Супер. И... Бамбо. Собирает деньги, да? Хуйня, мне бы, блядь, пиздюка, который собирает красные сердца. Плюс одну... А тут? Давайте взорвем, чтобы, может быть, что-то выпало. Justice.
Тоже не очень. Ну ладно, идем дальше. Самое главное, мы выполнили нашу цель. Мы успели до босс раша и сделали его. Так. Теперь бы нам нарулить. Сердец. Чтоб как-то поспокойнее все шло. Да, монеты ты можешь собирать, он потом вырастет и будет всех пиздить. Суть такая. Угу. Что, да, последняя же. Experimental Peel. Дальность еще. Но нам уже больше некуда. Так, все грибы взрываем. Открываем, собираем деньги. Так, 48 часов энергии, кстати, наверное, можно оставить. Смотрите, видишь, как жирный стал. Да, 48 часов энергии оставим, потому что... Он еще и стреляет. Ух ты ж. Чтобы использовать дважды книжку. В дальнейшем. Где это будет нужно. Тут мы можем затесять полностью этаж. Блять, я думал, сейчас меня взорвет, сволочь. Давайте тут еще пару мобов поставлю. По фан, может быть. Нихуя. Я не помню, как определять синие камни здесь. Вай, о, матки в этой, блядь. Вот, кто знает, напишите, потому что я хз. По отметинам или нет? Или не по отметинам? На камнях я имею в виду. Так, смотри, а где... Вот, я супер секретку искал. Аккуратно. Что тут у нас будет? Таблеточки. Power Pill и... Оп, сралось мы, да? Да тоже не нужен. Мне не надо, наверное, больше ничего искать, да, в комнате? Готово. Блять, жалко, я надеялся на комнату ангела. Все очень дорого и неприятно. Хотя два черных сердца, и мы станем Левиафаном. А, и там еще плюс накинут. Вообще кайф. Вообще кайф, но не будем, наверное, мы заниматься дуростью и тратить время на исследование уровня. Потому что, ну, карта Джокер нам не нужна, мы гарантированно попадаем куда-то. Ну, тут уже в Утеру вторым после смерти, после убийства. Так, а эти мелкие пауки не могут. Да, не могут. Попадаем 100% куда-то дальше. Угу. Не очень путь выбрали, ладно. Главное, много урона не хватать. Здоровье, потому что не попкой жуй. Жаловаться не на что, но все равно. Залететь, не залететь. Боюсь, что говно какое-нибудь на самом деле выпустит. Там. Хвачку потеряем. Что не очень хочется. Блять. Я, наверное, в следующие разы буду отказываться от фонарика, если будет такая возможность. Если у нас небольшая скорость, он замедляет непонятным... Короче, тайминг теряется, ты не чувствуешь, когда там какой выстрел ожидать. Ты от одного уворачиваешься, а там следующий уже идет на другой скорости, ты теряешься, нахуй. Ну, вот, поэтому лучше от него отказаться. Ты будешь тупо знать, как они будут лететь. И ничего тебя не удивит.
не расстроит. Ой-ой-ой, что такое? А, это мясные челы? Не помню, мы встречали уже их или нет. Hard room. Здесь могут появляться только красные сердца, даже если мы используем какой-то предмет или еще что. Даже помощник, который конвертирует красные сердца в что-то, он будет здесь все равно выкидывать красные сердца. Ой, блядь. Это неприятно. Не то, что перепутал, а тут тупо не скликнул. Хотя нам фонарик в предыдущем ране помог. Все, да, идем дальше. И за Иуду тоже сейчас завалим сразу. Дьявола. Сатану. Эвелин кастировал. Гейм становится тяжелее. Почему? Потому что мы как раз убили 10 раз. Ну нет, нет. Мы не могли убить 10 раз. А хуй знает почему. Ребята, если знаете, отпишите. Что за анлок такой? Ну да, оставим. Если 48 часов, ебали. Бамбич застрял. Так, сверху, наверное, да? Давай погоняем тебя. HP up. Тут с этим мы играться не будем. Однозначно. Монеты, ключи. Бомба. Тут. А какой смысл? Какой смысл, если у нас все в принципе неплохо? И вот этого, наверное, достаточно. The Moon. Может сюда, да? Ну мало ли, может, просто в комнату ошибка тпхнем. Еще холсап. Черед не взял. И я не знаю, зачем начал испытание. Вызов, точнее, какое испытание, блядь. Еще я вечно говорю. Испытание. Блять, вызов. Нет, 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 вот это хочу. Да. Не успел? О, еще больше стал. Это максимум, кажется. Ну, гоу, подонатим то, что здесь есть. Вавилонская блудница. А, нам нужно до половины, да? Слить. Нам нужно до половины слить, а у нас автомат, автомат, автомат. Мы его взорвали, что ли? Ну и ладно. Нам и так на халяву, грубо говоря, досталась эта вавилонская каболда. Лох. Блять, он там это накидывает всякого. Ну ладно. Упс, вот так и выходят раны за Иуду. Вот поэтому-то я его больше уважаю, чем Каин. Ну, за Каин тоже заебись. Ну, вы помните, я думаю, вы помните. Так. Ключи есть, это есть. Чем мы, получается, нежданно-негаданно... Да, весь этаж обследовали, когда босс вот был. Так. Да все? Да-да-да, я не знаю точный тайминг. Ха-ха-ха-ха-ха, лох. Угу. Ну тут изи, изи, изи. Ничего не скажешь.
Ну-ка. Все тоже концовка же, да? Неплохие раны вышли. Неплохие. Ну, я имею в виду за сегодня. Предыдущие серии. Описание под ролик. В полном плейлисте по Айзеку. Также вы там найдете кучу полезных ссылок с соцсетями, с бонусами, там, с выгодными предложениями. Поэтому ознакомьтесь. Там правда полезные штуки есть. А мы тем временем прошли еще раз Айзека и собрали вторую часть негатива. Так, кого же мы будем играть следующую? Ой, так ее не хочется. Так ее не хочется, кто бы знал. Может быть, Лазарус и Дэн. Но сначала возвращаемся к челленджам. Cat got your tunic. Его мы будем проходить в следующий раз. А вам, ребят, большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, звонить в колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых роликах на канале. И с вами был Бездельник. Всем безделья. Скоро увидимся. Пока. Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная. Главное, поучительная. Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовят нам жизнь. Помогала нам добиваться поставленных целей, несмотря ни на что. И самое важное, она научила нас по-настоящему наслаждаться и не сходить с пути, следуя за своей мечтой. Но как это обычно бывает, когда заканчивается одна история, всегда начинается другая.